Всех приветствую. Продолжаем рассматривать работу художников и знакомиться с их автобиографией. Юрген Овенс, также известен как Георг или Юлиан Овенс, голландский художник-портретист из Северной Фрисландии, ученик Рембрандта. Известен как автор произведений «В ратуше Амстердама» и картины, написанных для герцога Гальштейн-Готорпского, для которого он работал более 30 лет, в том числе и как арт-дилер. Я пользуюсь Википедией. Был сыном фермера, родился в городе Тюнинг в немецкой земле Шлезвиг-Гольштейн в 1623 году. Его часто причисляют к немецким живописцам. С 1640 года Овенс работал вместе с Говертом Флинком у торговца произведениями искусства Хендрика ван Эренбурга в Амстердаме. Предположительно, между 1643 и 1649 годами Овенс отправился в путешествие по Италии, но этому нет достоверных подтверждений. До 1651 года прожил в Амстердаме, а затем в мае 1651 того же года вернулся в Шлезвиг-Гольштейн по приглашению герцога Фридриха III. В 1652 женился на Марии Йонас Мартенс, дочери богатого олдермена Тюнинга. Должность олдермена сопоставима с должностью министра на национальном уровне. Его тесть дал за дочерью приданное в 60 тысяч талеров, но потребовал, чтобы молодожены поселились неподалеку. В 1654 провел несколько недель в Стокгольме, чтобы нарисовать бракосочетание шведского короля Карла X Густава и Хедвиг Элеонора Гольштейн-Готорпской. В Амстердаме Овенс работал вместе с Говардом Флинком. Овенс был высоко оценен за свои успехи в портретной живописи. Жил в доме в амстердамском районе Йорден, в большой студии. В 1661 году Овенса попросили закончить картину, начатую Говардом Флинком для ратуши в Амстердаме. За работу Овенсу заплатили 48 гульденов. Она была завершена в 1662 году и заменила отвергнутую Мэри картину Рембрандта «Заговор Юлия Цивилиса». Овенс вернулся во Фрикштадт по поручению Кристиана Альбрехта, герцога Гольштейн-Готорпского, сына Фредерика III, герцога Гольштейн-Готорпского, как один из самых богатых жителей. С 1674 по 1675 год он снова жил в Голландии. После возвращения в Шлезвиг-Гольштейн он написал алтарный образ святого Христофора в церкви Фридрихштадта, запечатлев себя в верхней части справа. Написал 45 полотен для дворца Амаленбург в Готорпе. По словам биографа Шмидта, в картинах Овенса нет ничего немецкого. Все принадлежит голландской школе живописи. Скончался художник 9 декабря 1678 года во Фрикштадте. Ну вот так вкратце из переводной Википедии о голландском художнике-портретисте из Северной Фрисландии, ученике Рембрандта Юрген Овенс. Пока-пока, до свидания, смотрим работу.